Алексей Викторович, главный тренер ФК СПб ГУПТД. Алексей Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, только что закончился матч между командами ФК СПб ГУПТД и ФК Кубгу. Ну, к сожалению, проиграли. Хотя, наверное, показали лучшую игру за последнее время в исполнении нашей команды. Но все равно, несмотря на это, хочу поблагодарить ребят, которые все силы на поле оставили. И пожелать выздоровления нашему капитану, который ценой, дай бог, несерьезной травмы, очень бы на это хотелось надеяться, бился и показывал своим примером, как надо играть в футбол. А по судейству все люди ошибаются, наверное, судья не увидел. Это футбол. Стало известно то, что вчера вы играли с Дагестанским университетом, и сейчас у вас техническая победа. Расскажите, пожалуйста, почему именно так? Ну, к сожалению, люди заявляют тех незаявленных игроков, чтобы остаться в высшем дивизионе. Если так будет действовать каждый, то, наверное, у нас будет не турнир, а кистень, как говорил незабвенный товарищ Шарапов. Поэтому все правильно. А еще, если мы узнали, что люди меняют фотографии на сайте НСФЛ, это вообще никакие ворота не лезут. Наверное, последний вопрос. Вообще, вот весь сезон у вас были и взлеты, и падения у команды. Наверное, один из самых неудачных выездов – это именно вот этот. Расскажите, вот на ваше мнение, самая ваша лучшая игра за этот сезон? Ну, по сравнению, ну, наверное, лучшая игра сегодня. Все проявили супербойцовские качества. А по результату и по игре, наверное, мы с чеченским университетом сыграли лучшую игру. А так, сегодня могли выиграть мы, бороться за медали. Ну, получилось так и получилось. Спасибо большое. Мы желаем вам успехов в следующем сезоне и ждем красивой игры, новых игроков и новых каких-то решений. Спасибо.